Ледотвакан радио Етеру Миражкатанк Нерешаурнаком ИТР меняха ортум Неришарке. Ев Айсольваха ортума Теревс Лина Леварусерен Лезвов. У нас сегодня в гостях Шмелева Ирина, директор компании Tech Solutions. Ирина, здравствуйте, добро пожаловать, рад вас видеть. Барыззес, к сожалению, пока можно сказать, на этом и исчерпываются мои познания армянского языка, но буду стараться. Да, добрый день всем. Очень приятно, что пригласили. Очень рада сегодня быть в этой студии. Вы уже в Армении, кажется, с конца февраля. Почему Армения? И что дала вашему бизнесу Армения? На самом деле Армения была таким в моменте спонтанным решением, немножко, наверное, шоковым. Я не могу похвастаться, что тогда это было осознанное, продуманное и просчитанное решение. Да, действительно, с конца февраля я прилетела со своей семьей в Армению. Буквально там 28 февраля вот приземлился мой самолет. И на самом деле эта страна меня очень удивила и обрадовала, потому что это был мой первый выход с трапа э, в Ереване. Я никогда до этого в стране не была. Ну, вот так вот как-то в шоковом состоянии стресса и принятия решения, э, как... как э, ну, на тот момент не было э, осознания, как вывозить весь свой бизнес из России. На тот момент был вопрос больше, как спасать бизнес, потому что как бы э, все все военные действия уже начались, но при этом не было осознания, что это будет надолго, болезненно, и, 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 и что все, вот, вот это конец э, ведения бизнеса для международной IT-компании в России. Вот. Поэтому на тот момент это просто была подготовка запасного плацдарма, это была больше страховка и профилактика каких-то моментов. Вот. И поэтому Армения выбиралась как страна с наиболее благоприятным экономическим и бизнес-климатом по взаимодействию с Россией. Вот, поэтому на, на тот момент просто срочно купили билеты в самолет и приехали, чтобы а, зарегистрировать а, здесь компанию, а, чтобы было понимание, что если что, вот эта запасная территория подготовлена. А, но вот прям буквально в течение, наверное, одной недели. А, Вся идеология, с которой я садилась в самолет, когда летела в Ереван, она а, поменялась для меня и для моего бизнеса, и было принято решение уже глобально релацировать а, всю часть бизнеса из России в другие страны. Ваша компания Tax Solutions является партнером компании Aquelon. Пожалуйста, немного расскажите про Aquelon. Да, совершенно верно. Aquelon ⁇ это большая международная IT-компания, софтверная компания, которая разрабатывает программные продукты и помогает другим IT-гигантам разрабатывать и развивать их бизнес. На момент начала этого года в основном все компании-партнеры, то есть все, все а, компании, которые взаимодействуют вместе с американским Эквилоном, в основном находились на территории а, России и Украины. Вот. Но понятно, что случившиеся весной а, действия поменяли... А, и жизнь, и бизнес, и людей, и компаний. То есть все, все перевернулось. А сейчас, соответственно, мы говорим больше о том, что мы, компания с главным офисом в Америке и региональными центрами в Восточной Европе, ну и вот не только в Восточной Европе, спасибо таким странам, как Казахстан, Грузия и Армения. Вот, то есть пришлось действительно релацировать а, все компании-партнеры, которые а, на тот момент действовали на территории России. Ну и а, все, кто смогли как-то а, выехать из Украины, а, то, тоже постарались это сделать. Хорошо, вы говорили про, про восточную Европу, и, насколько мне известно, вы ведете бизнес-деятельность бизнес не только в Армении, но и а, в России, в Сербии, в Хорватии. Если можно, скажите, чем отличается бизнес-экосистема в этих странах по сравнению с Арменией? Да, конечно. У меня действительно есть также компании в Сербии, Хорватии и в Польше. Вот, сразу проговорю, что а, если с точки зрения а, бизнеса, под, а, даже поддержания бизнеса в странах, наверное, а, Армению сложно сравнивать с европейскими странами, потому что действительно поддержка IT-бизнесов, IT-стартапов и, в принципе, этой индустрии в Армении отличается сильно в лучшую сторону от европейских стран, по крайней мере, на текущий момент. Возможно, европейские страны тоже в какой-то момент осознают, что это очень выгодная сфера деятельности и... Как бы можно привлекать а, компании из других стран какими-то налоговыми льготами. На текущий момент Армению действительно можно а, по, по именно этому параметру сравнить, пожалуй, только с Россией, потому что вот аналогичные а, режимы поддержания а, IT-сферы а, я знаю в России, я знаю, что а, были в прибалтийских странах а, периодически какие-то форматы поддержки IT-бизнеса. Ну, в плане Армении могу сказать, что это действительно очень большой, большое преимущество этой страны для того, чтобы приглашать к себе IT-компании. Вот. Другой вопрос, что помимо как бы выгодных каких-то налоговых льгот и режимов на текущий момент все-таки если сравнивать с Россией я понимаю что это не совсем справедливо потому что ну просто масштаб стран другой инфраструктурно не все идеально не все так как хотелось бы наверное понятно что случился коллапс из-за вот этих внезапных волн приезда и э, граждан России, Российской Федерации и российских компаний инфраструктура не совсем была к этому готова. Но вот то, что сразу можно сказать, э, точно не хватает каких-то офисных кластеров э, или просто каких-то подготовленных офисных зданий, нужного формата с опять же готовой инфраструктурой, сетевой э, интернет и так далее и тому подобное. А не хватает коворкингов, то, что мы на себе, в том числе болезненно заметили, что. Это, это было проблемой, проблемой, и не могу сказать, как сейчас, потому что сейчас просто мы обзвелись уже своим офисным зданием, и в этом плане живем спокойно. Но наверняка вот те, кого постигла участь переезда в сентябре-октябре, они сталкиваются с этим вопросом. Ну и, наверное, прямо на бытовом уровне то, что очень заметно и болезненно, конечно, не хватает жилого фонда. То есть вот то, что мы видим, я понимаю, что, наверное, для граждан Армении это болезненно вдвойне все все эти взлетевшие цены на аренду и покупку но э, это тоже фактор который люди учитывают при переезде когда определяются с тем куда они повезут свою семью то есть однозначный плюс э, русский язык э, которым владеет фактически каждый гражданин армении э, перед чем снимаю шляпу меня это действительно восхищает вот. и это очень комфортно когда э, как бы семья может переехать целиком и при этом, погружаться в, фактически в свою же языковую среду, бесстрессово, бескомфортно э, как-то жить. Но э, когда мы говорим о том, что ценник жилья э, ну, просто не для всех подъемный, то, то да. Но тут, опять же, э, каждый день, проезжая по городу, радует количество строящихся э, э, массива. Хорошо. Я бы хотел, чтобы мы поговорили еще про курс доллара я хочу подчеркнуть, когда вы приехали примерно в феврале, в марте, курс доллара примерно был 500 драм. Сейчас курс доллара примерно 400 драм. То есть есть спад доллара по сравнению с драмом. Как это повлияло на ваш бизнес и влияет ли это сейчас? То есть есть уже адаптация или все-таки нет? Да, для нас курс доллара действительно вопрос болезненный, потому что мы являемся экспортером услуги. Не могу сказать, насколько важен сильный драм для внутренней экономики и для внутреннего рынка, но для нас, как для экспортеров, это вопрос крайне болезненный. Действительно, когда мы приехали и посмотрели на курс доллара в моменте плюс, я действительно анализировала, какой доллар был до этого, то есть в, не в моих предсказаниях, не в моих ожиданиях абсолютно не было идеи того, что произойдет 20-процентное проседание курса доллара, и причем такое шоковое, очень быстрое. Соответственно, наверное, как многие бизнесмены, которые приезжают и как-то просчитывают свою рентабельность, мои цифры были составлены, проанализированы и подобраны, исходя из именно того курса доллара, который был, скажем так, наверное, в средний в течение года до моего приезда. То есть я брала усредненную цифру, рассчитывая на какую-то флуктуацию небольшую. Вот. На текущий момент 20 разница она очень сильно бьет по прибыльности бизнеса. Она делает в чем-то рентабельность ведения бизнеса в Армении менее выгодным по сравнению с другими локациями. На самом деле вот абсолютно удивительный для меня момент был, когда мы для своих же сотрудников анализировали уровень жизни, стоимость жизни, так сказать, потребительскую корзину, стоимость потребительской корзины в разных локациях. При этом я исходила из своего, вот, наверное, такого первого эмоционального впечатления первой недели, когда я приехала. И да, мне казалось, что уровень жизни в Армении не особо отличается от а, России, если мы не берем Москву. А я не была москвичкой, поэтому не сравнивала ничего с московскими ценами. И у меня было такое ощущение как бы спокойствия, комфорта, что да, как бы а, мои сотрудники приедут, в принципе, увидят тот же ценовой диапазон, им будет это комфортно и спокойно. Вот. Надо понимать, что мы, как международный бизнес, у нас многое привязано все-таки к долларовым а, эквивалентам. Вот. И когда люди переехали позже и увидели а, в долларовом понимании совершенно другие цены, и когда мы посчитали эту потребительскую корзину и увидели, что она фактически на одном уровне с Восточной Европой, для нас это было такое немножко шоковое осознание того, что это не совсем то, на что мы рассчитывали, не совсем те показатели, исходя из которых мы планировали свою бизнес-деятельность. Хорошо. И еще последний вопрос про мы хотим инвестиции, Армения хотит инвестиции в нашу IT-сферу. Что нам надо делать? Что делать, чтобы крупные компании хотели присутствовать в Армении? Ну, тут я бы сказала, что начало уже положено, и оно отличное. То есть я знаю, что часть текущих налоговых режимов, они временные, но если Армения будет продолжать поддерживать подобные льготы, это однозначно будет привлекать бизнесы. Ну и еще раз, наверное, вернусь вот ко всяким инфраструктурным моментам. То есть тут, наверное, даже велосипед изобретать не надо. Можно посмотреть какие шаги делались в каких других странах и других регионах, и уже, соответственно, смотреть, что из этих наборов более подходит, легче адаптируется для... Еревана или для Армении в целом. То есть, опять же, про свою э, конкретную боль могу сказать. Очень бы хотелось видеть какие-то IT-кластеры именно офисные э, с инфраструктурой, э, возможно, с какими-то сопутствующими э, сервисами, как э, кафе, рестораны, спортзалы, все, все, чтобы это было включено в одну экосистему этих IT-кластеров. Э, удивительно э, еще, что вот нам немножко чего не хватает, не нашли мы. Не так в Армении, например, развита сфера фитнес-услуг. Вот, то есть, соответственно, если бы были какие-то it кластеры на возможно на предыдущих каких-то промышленных территориях да то есть я так понимаю что армения тут мало чем отличается от другого постсоветского пространства и наверняка есть большие какие-то помещения промышленные на текущий момент не востребованные не перепрофилированные из них могли бы получиться замечательные офисные пространства которые могли бы в себя включать и весь другой спектр услуг как который а, востребован а, офисными работниками, ну, давайте честно говорить, и с хорошими зарплатами, и с, с желанием, в принципе, а, комфортно жить и получать а, хороший сервис. Ирина, еще раз добро пожаловать в Армению. Спасибо вам за интервью. И вам спасибо большое. Всем хорошего дня. Արգելի ռադիոլսողներ եւ ռադիոդիտողներ այսօր խոսեցինք Tech Solutions ընկերության ղեկավար Իրինա Շմելևայի հետ շնորհակալությամբ։